Ну, то есть я все это время со звуком сидел. И скрипел, ну, с микрофоном, и скрипел креслом. Ну и ладно. В общем-то, надо бы же продолжать бы, да. Даудово это похождение это на... Надо же закончить. Я же хочу поиграть во вторую часть. Хочу. Почему я этого не делаю? Потому что... Не знаю. Вот. Итого у нас скрипящее кресло. DLC-шная менюшка. И мы нажимаем просто продолжить убежище Дауда. Мы остановились где-то здесь. Блин, я пока... Навырезал все запчасти, которые навырезал. Ну, собственно, здесь мы и закончили, да. Спасибо. Я пока без вебочки. Мастер Дауд, на нас напали смотрители, мы потеряли базу. Наши рассеяны по всей округе, кто-то угодил в плен, а главарь смотрителей сейчас в вашей комнате. Но если собрать отряд и убить их главаря, мы еще сможем оттеснить их. Сперва я хочу понять, кто эти ублюдки вообще нас нашли. Фига ты, ниндзя. А, ну да, ты ниндзя. Так, чё у нас есть? У меня. Сколько рун? 4. Это же великолепно. Великолепно. Я могу сделать второе проворство. Я могу сделать второй перенос. Конечно, да. Второй перенос. Это второй перенос, знаете ли. Шикарно. Так, гранатом полный, люка. А, все полное, я на все деньги потратил. Я уж не в курсе, потому что здесь мы придем, а здесь дадут чего-нибудь по чуть-чуть. Ну и ладно, что-то книжка о встрече с Даудом. Еще один поганый рот. Вот как называла меня мамаша. Никчемный поганый род, который она должна кормить много лет. С пеленок я слышал эти слова. Однажды она так напилась, что глаза перестали ей служить. Мне казалось, что она выпила целое море. Я ушла из грязной лачуги, которую мы называли домом. Но перед уходом я припомнила ей, как она колотила меня и швыряла разную утварь, пытаясь попасть мне в голову. Припомнила ночь, когда она набросилась на меня, словно разъяренный буйвол, и едва не вытрясла из меня душу. Припомнила все случаи, когда она называла меня поганым ртом. Когда я уходила, мне в спину летели ее ужасные проклятия. Чтобы раздобыть немного денег на еду, нам с подругами постоянно приходилось держать ухо востро. Обычная история на островах. Мы не были сильными, но были самыми пронырливыми и, как-то требовалось, самыми жесткими. Это была единственная возможность избежать судьбы уличной шлюхи. Сохранить хотя бы немного достоинства, чтобы не продавать себя за гаражи на грязных матрасах. Поэтому мы училась владеть ножом и вовремя уносить ноги, заметив шляпников или парней из Bottle Street, у которых был на нас зуб. Фигасе. Никогда не забуду тот день, когда прилизанный щеголь из Серконоса вылез из своей полированной кареты. Вылез и ударил мою подругу Диедру по ее красивой головке. Кровь так и брызнула. Диедра рухнула на землю, содрогаясь в агонии. Тогда я с треском отломала одну из деревянных газелей, украшавших крышу кареты, и вонзила ей острый конец в глаз этого ублюдка. Вбила до предела. Когда я последний раз посмотрела на Диедру, та лежала без движения, а ее глаза невидяще смотрели в серое небо. Но мне было приятно представлять, как она весело смеется, глядя на одноглазого щеголя, строчащего из башки газелью. Тот случай сделал меня изгоем. Городская стража несколько месяцев каждую неделю устраивала облавы, пытаясь цапать меня. Из Серконоса, из самой Карнаки, даже прибыл какой-то важный чин. А, из самой? Ну ладно. Оказалось, отцом того прыща был сам герцог Серконоса. Я стала опасной для своих старых друзей. Меня гнали прочь, швыряя камни мне в спину. Кое-кто даже пытался схватить меня, чтобы получить назначенную за мою голову награду. Парни из банды, те проклинали меня. «Билли приносит неудачу», — говорили они. «Она проклята! Она наведет на нас беду!»
Если вы думаете, что вам известно настоящее одиночество, поверьте, вы и понятия об этом не имеете. Когда настал месяц жатвы, меня переполняла такая ненависть, которая могла бы задушить меня, будь я чуточку слабее. А потом я встретила Дауда. Это произошло ранним утром. Я осмеливалась выйти на улицу только в серые предрассветные часы. Пробираясь по улицам делового квартала, я увидела трех смазливых молодчиков, которые были похожи на солдат городской стражи, только без формы. Я сразу смекнула, что они поджидали, пока какой-нибудь подвыпивший поверенный вывалится из бара, чтобы обчистить его карманы. Сначала я его не заметила. Он возник словно ниоткуда и нанес три стремительных удара клинком. Кровь хлынула на камни мостовой. Движения его были точны и безошибочны. Я только разглядела, что у него темные волосы и длинный шрам на лице. Когда все было кончено, он ловко вскарабкался на крышу. Я никогда не видела ничего подобного и решила последовать за ним. Я могла бы остаться и пообшарить карманы зарезанных. Думаю, найденных денег хватило бы на добрый месяц. Но тогда я даже не думала об этом. Я боялась потерять его из виду. Было чертовски трудно бежать следом и не выдавать себя. По крышам мы пересекли весь Данул и углубились в самые бедные и мрачные кварталы. Вскоре мы оказались на его территории. Я поняла это по часовым, лица которых были скрыты необычными масками. Я думала, что знаю город и все городские банды, но, как оказалось, я ошибалась. Цепляясь за черепицу и прячась за трубами, я проследовала за своей целью в какое-то странное здание. Внутри стоял полумрак. Повсюду валялись драные ковры и столы, заваленные обглоданными крысами бумагами. На стенах висели битые водой ковры. А еще я увидела оружие и тренировочные манекены. Здесь тайно жили люди, которые учились обращаться с ножами и арбалетами. Я потеряла таинственного незнакомца и продолжала осматривать здание. Какой я была дурой! Он давно заметил меня и теперь возник у меня за спиной. Я повернулась, увидела его, но ничего не сказала. «Ты следила за мной, нашла это место, и теперь не бежишь и не молишь о пощаде». «Мне некуда бежать», — ответила я. «И, по правде сказать, я не очень-то держусь за свою жизнь». «А-а-а, да-да-да, натудил Сишечка. Приветики-приветики». Он подошел ближе и заглянул мне в глаза, очевидно пытаясь прочитать в них мою историю. «Ты полагаешь, что тебе незачем жить? Сейчас. Но я дам тебе цель. Ты будешь сражаться за меня и убивать людей, похожих на тех, которые тебя обижали». Я только кивнула, впервые за много месяцев чувствуя покой и уверенность. «Где-где?» Вот. Тут. Вот это вот, нифига себе. Эк. Ура! Ура! Так, брать тут нечего. Вообще нечего. Да, я... Ай! Я давным-давно по мере выхода играл в нее. Куда ты? Ты что, дурной? Спаси меня с Дискорда. Я могу влететь и сказать: «О, пошли вон отсюда!» Что, не отпускаю? Скажи, надо спать. Паря. Сама пришла, да? Так, цепь, да, цепь дальше идет. Ага. Там, тебе завтра на работу. Ну, я думаю, мы пошли вон отсюда, не поможет. Завтра четверг? А, да, завтра четверг. Завтра большой кооператив. Ой, ёп. А, подождите, я здесь был уже по сюжетику. Точно.
Это как так-то? Извините. Тут занято. Так, последний ассасин. А, пленный. Чё нафига? О, и снижи. Добрый вечер. Ходят они тут. Как домой пришли. Совсем страх потеряли. А, это я читал. Вот это вот про пирожочки там наговорили. В итоге что? Правильно, кто-то пошел себе сделал ведро кофея. И бутербродики. Где? Какая борода? Да, это... Недавно поднимался вопрос, типа, что нужно, чтобы отрастить бороду. Спасибо. Я говорю, ребята, спасибо. Ребята, говорю, для хорошей бороды нужна усидчивость, аккуратность и лень. Это с шарманкой, что ли? А то. Ладно. Ну, бутербродики из разряда. Что было, то и жрём. Ой, спрятаться-то некуда. Ну ладно. Ну вот этой бороде... Ну, так сказать, брился я последний раз бритвой и вообще в руках бритву держал в сторону своего лица 7 лет назад. И то там даже не бритва была. Там я триммером просто без насадки жахнул и все. А и все. Больше никто не брился. А зачем? Отвернулся. Да блин. И этот отвернулся. Так. А, вот она лежит. Все, понял. Так, ты пока подожди. Обчистить нельзя. Шадины. Пожалуйста, зарегистрируйте этот оккультный артефакт. Он был у одного из людей, да, у Донатрия распечатки для торгового здания. Именно штабе есть ящик для подобных предметов. Положить его туда, когда сделаете запись в журнале. Конечно, да. Чуй. Так, читали. Адреналин нет, это нет, это нет. Так, а что у меня? Неплохо, не нудно, хорошо. Вот это можно убрать, а вот это поставить. Усиленные болты, это... Хорошо. Так. Блин, что не игра, то читать. Разрежьте веревку, у меня руки связаны. Хорошо. Исчезни. Ха-ха-ха.
У меня почему-то была активная память о том, что они не засыпают на все время. Они типа спят, ну, определенный отрезок времени, а потом просыпаются. Так, один ниже. Пойдем спасем нижнего. Угу. Так, здесь смотритель. А этот... Так, мне все равно в тот двор. Мамкин побегун. Вот как прыгать, так добрый вечер. А как? А там что? Ну ты серьезно? Лошара криворукая. Я. Конечно, я здесь. О. Спать? О, конечно! Извините. Как тебе помочь, Кик? Кик, что сказал? Скинь их всех ко мне. Или типа, ой, интернет отключился. Вот у меня Евгений Сергеевич сейчас сказал, нас предупредили, у нас в 12 часов, короче, на ночи. 12 часов ночи, 24 на 25 число, отключат, господи, все, рот поломался. Отключат электричество и тепло до утра на какие-то там профилактики. Скажи, что у тебя сейчас свет выключат. Все, выключаешь компьютер и уходишь. Все, нет никто. Но правда, уже поздно говорить, что сейчас выключат свет. Уже не поверят. А что, у вас там много сидит, что ли? Ты серьезно, ты гранату мне кинул? Скотина. А, это смотритель, да? Ну, извините, я перебьюсь без смотрителя. Скажи, что просто интернет закончился, там, неполадки с сетью, там, еще что-нибудь. Все, отпустили? Фух. Прям так категорично. Карин, а ты знаешь, как на французском будет охота на сов? Это мой любимый прикол последней недели, наверное. Причем пишется это не так забавно, как произносится.
Дичь была. Ну не так это, ну. Там сейчас выйду. Ну вообще да. Что-то у меня такое ощущение, что я не туда пришел. Ну ладно. Я что-то так угораю с этого, с ней рассказывал уже. Возможно, я. А, о. Хыть. Похоже на то. Подождите. Там где-то у вас руна. Ну, рассказывайте. Блин, у меня сейчас... Куда пойдешь? Сюда, что ли? Ой. Я упала. Ой-ой-ой-ой. И поесть. О. Помогите это. А все. Ничего не поздно. Все нормально. Говорит, сдавайся и уходи, мы знаем, что ты... Ай, шумно. Когда я уже привыкну к такому правилу на Твиче и вообще где-нибудь? Хомячок. Ой. Что ничего не может быть идеально. Ну вот и у тебя такие будут. Давай, беги. Подождите. Мне тут надо еще пленных ассасинов. Оп. Красавчик. Почти получилось. Брать. О, дневник Дауда. «18 лет я провел на этом проклятом острове, в этом городе полном отбросов. Мои руки обогрела кровь ученых, аристократов-педофилов, членов гильдий и верных жен и мужей, политиков, которые были слишком честны, и служителей закона, которые чересчур ретиво отстаивали справедливость. Я императрица Лушиних». Я это читал. Но не здесь. То где? Непонятно. Это не то. А, ниже на... Ай, выше на... Ниже на... Выше на... Так, а чё? Ага. Опа, стоям была. Далила Копперспун. Кто она и почему все ее боятся? С чего бы такой, какой-то художнице обладать таким влиянием, да еще иметь отношение к моей жизни и моим делам? Моя судьба в моих руках. Так было всегда. Жаль, что я так мало знаю, мне не хватает многих деталей, чтобы сложить картинку. Не представляю, как и почему Далила причастна к смерти императрицы, но раз чужой об этом обмолвился, значит, так оно и есть. Эта загадка не выходит у меня из головы, просто сводит с ума. Не сомневаюсь, что черноглазому ублюдку доставляет удовольствие наблюдать, как я мучаюсь, пытаясь распутать этот клубок. Он знает, что я не терплю нераскрытых тайн. Отбили мало помощи.
Даже воздержался от своих колкостей, когда я заговорил... А, воздержалась. Когда я заговорил про Далилу и пожала плечами, только скажи, как с ней покончить. На Лерка совсем не похоже. Если я найду эту Далилу и перережу ей глотку, возможно, я сумею предотвратить последствия, о которых говорил Чужой. Или же ее смерть навлечет на меня гнев всего города. А вдруг, встретив ее, я увижу призрак императрицы? Смогу ли я пересилить себя, чтобы ради спасения собственной шкуры? Порой мне кажется, что Далила не просто художница и скульптор. Надеюсь, семья Тимш сможет поведать об этой особе. Семью Тимш мы уже немножечко подрезали. О, не хотим. Так. Я вас слишком долго буду тыкать. Ну, у меня закончились сонные дротики. Придется тыкать. О, кстати. Куда бежать? Бежать вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Уйдь! Уйдь! Да хыть, давай. Беги, корявушка. Можно пока заветренные бутерброды доесть. Угу. Да, иногда сонные дротики все-таки поудобнее, чем обычные. Фу, чё? Я понял. Сколько? Два? Смешно. Ну ладно. А, чё, сюда, да? А можно сюда? Сюда проще. Там, тарелочку брать. О, кофеечек холодненький мой, любимый. Спите, спите, сэр. Да, холодный кофе, мой любимый. Как обычно. Сделаем все кофе, а потом по непонятным причинам в самом начале стрима он такой... Не получится подогреть, у меня окно открыто. Мне немножечко жарко. Так, руна. А, ну что, буду смотреть. Руна, она и в Африке руна. Здравствуйте, товарищи с рейдом. Спасибо большое, мятный огурчик. Неожиданный подгон. Людей. Всем привет. И рейдеры. Последнее, ну, до моих походов на Твиче, последнее и адекватное сочетание со смыслом слова рейдеры, это был Fallout. И там это было ничего хорошего. Обожаю эту игру. Это да, это есть такое дело. Нас мало, но мы в те... Нет, не сейчас. А чё горячий? Ну, топят прям чёрно, а у меня батарея вот там.
меня по факту не особо-то и дует, потому что у меня системник дует на батарею и делает между мной и окном такую тепловую стенку. И все... Ну, то, что добрые, это хорошо. О взрывах из книги о преступниках. Авторы Жюль Робин и городская стража. Прям все такие... Эшнека... Тхара выпендривается. Прежде чем власть в винном квартале захватил Слэкджов, там заправляла беспощадная, порочная и алчная черная Салли. Мало кто из бандитов мог сравниться с нею в жестокости. Я могу. Что там еще? Торговая палата, маяк... А это я все читал на этом... В оригинале. Все доблые — это холосо. Повторюсь, наверное, да? Так. Письмо. Хорошо. Пленный отца, оси еще один. Что я сказал? Я не достаю. Ну, допустим. Вот щуки. Не, ну развлекаться так развлекаться, чё. На. Шопли. Тепло, это хорошо, тепло, это энергия. Лаверды полуношникам. А, Альнамрут, прой. Опять компуктер чистил? Да, 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 сейчас. Все, выходи. Ты свободен, Добби. Исчезни. Молодец. И вновь продолжает собой. И сердцу тревожит. Чё ж я так с этого ору-то, а? Спасибо за follow, Rainbow Milk и Чиго. Добро пожаловать в мой маленький дурдом. Начал вести распутную игровую жизнь. Ах, ты ж молодец. Молодец. Да я пока их делал. Ну, ты видела первый раз, когда я увидел подписку у себя, да? Я... Ух ты, нога. Ла-ла-ла-ла-ла. А у вас нога упала. Кто-то ногу скинул. Ай-яй-яй-яй. Крысы принесли. Да, да, да. Конечно, крысы. Так, еще здесь где-то что-то. Это не то. Где и что? Ага, вот тут амулет. Крыса размером, наверное, с меня. Ветер, да? Ну, наверное, просто ветер, да? Ногу вам ветер принял? Вы серьезно? Идиоты. Впрочем, кто бы еще мог быть в охране? Так, здесь ничего интересного. Тут опять что-то приходит. О, здравствуйте. Спасибо. А, это я из этого окошка гранатик кидал. Всё. Ветер им ногу принёс. Дебилы. Нет, не гони. Где-то вот прям здесь. Ну прям вот, да, собственно. Простите, великодушно, а как туда тук-тук?
А я хотеть, а мне не пускать. А я это... Пустите, пожалуйста. Интересно. А, так вот он. У меня где-то нарушитель там. Духовность. Спасибо. Ай-яй-яй, я не попал же. Ну ладно. И у них там нога валяется. О, я сейчас на королеву залезу. На императрицу. Пардоньте. Да, ларчик, да. Это ж надо было посмотреть. Вау. Ты уж точно знаешь, что смотреть это не про меня. Тратути. О, вот он. Так, а есть еще шарманщики? Да, есть. Серьезно? Я у него шарманку усыпил. Хорошо, есть другая усыпляющая штука. И она усыпляет получше этих ваших усыпляющих болтов. Нету здесь никого. Отвалите. Где эта скотина? Гранатой сбил. Конечно, ногу. О, лову. Спасибо, хорошо. Положите на кому-то. А у вас дыра в голове. Вау. А, троечка, да? На. Господа, а у вас граната. Далеко. А вот так. Ты меня устал. А, они меня окружают. Ну. Все, нет никого. Спасительный камин, это, знаете ли, и тепло, и укрыто. Вот эта скотина с... Арманкой. Остальные татарата. О! Ну на! Опс! Он испарился. Неплохо. Неплохо. Так. Хорошо, прям.
Да, они прям вообще на измене, на измене. Попал. Да что такое? То в упор не попаду, а тут на тебе, пожалуйста, спасибо, здравствуйте. Ты куда влевался? Он исчез. Да, пошла, ну, я ухожу отсюда. Дело к страже просто. Да, 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 ну его нахрен, да. Тут что-то происходит, и я, по-моему, говорю сам с собой, поэтому, оп, стоять, у меня есть идея. Нет, у меня идеи, есть у меня идея. Где ты там? Я допрыгну? Я не допрыгну до него. Не. О, там снизу кто-то ходит. Е-е-е, я достижение получил. Гранаты закончились. Спасибо. Удивительно, рядом, да? Блин, его знает. Фига себе, там крыс. You, be... Ну, такие себе здесь диалоги, да. Беги. Там есть достижашка, короче, с королевой императрицей Джусаминты. Кого-нибудь кокнуть. И в DLC-шках это тоже работает. Оп. Ой-ой. Sorry, we're closed. Так, один там, и вот там документы. Ну, пойдем вон туда. Ну, ладно. Хорошо. О, придурочный. О! Только подожди, я же уцепляющим шваркнул. Хорошо, без проблем, вообще, у меня есть выход против тебя. О, а ты видел кого-то вообще? Че играешь, Альнамрут? Куда ты там? Распутно пропал. А-а-а-а. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Да, вы все знаете. Вы лучше, чем я. Включен телевизор, смотрю по спутнику фильм какой-то. Начался реклама актера голливудских выпусков из фильма, на своих пропагандирует Дюрекс. Впервые вижу. Неплохо. Извините. Так, ты. Беги, Добби, ты тоже свободен. На тебе носок. Так, теперь можно пойти и документы спионерить. Хм.
Могу сесть жопой и убить, чего ж не умер, вероятнее всего. Хороший вопрос. Умер ли от него от вот этого умерли они от вот этого окровавленного Калинка? А может и от того, что кто-то сел на них жопой. Покушат. А, да, там всем приятного аппетита, кто жрёте? Так. Да, так. Вот. Какие шутки. Я просто разговариваю. Но спасибо. Шикарно. Просто вот. Идеальное сочетание озвучки. Дяденька. Ничего ты не слышишь. Тебе показалось. Ах, вы уроды. Ну, возьму трофей, да, собственно. Тихо. Спокойно. Спокойно. Ник. Вот это там вкусного. Но они замучили моих ребят. О. Надо смотреть просто, да, действительно. Прощай, брат, ты был мне как друг. Ладно, допустим. Амулет. Немного маны. Не то, чтобы я ее часто использовал. А, Дипрок Галактик на стрим. Сатисфакторы обновления выкатили. Думаю, как красиво все обустроить. Мэд Макс, желание возникло поездить на машинке. А то знакомые стримеры в Твиче повадились в Андюшатину играть в последнее время с бубликами. С пончиками. С дырами. Да ладно, я ее за час, за два часа прошел. Такой, прикольно. Я вчера в кайфовую вещь играл. Там такая музяка. Нуарный детектив с дарк-джазом. Это просто охренительно. Так. А, и мне опять все. Ну и ладно, ну и побежали. Ну и не очень-то и хотелось. Я забыл, что ты суперскоростной. Black Set. Это про кота-детектива, насколько я могу помнить, да? Не, не играл, только видел. Так, смотритель Пайк. Я занял торговое здание и устроил временный штаб в соседнем доме. Мои люди захватили несколько пленных, которые без сомнения поведают нам немало интересного. Мы одержали полную победу, застигнув противника врасплох. Как видите... Сложный план наступления нам не пригодился. Нет сомнений, что скоро и сам Даут окажется у нас в руках. Смотрите, Леонард Хьюм. Леонард, мне кажется, ты очень, чересчур, прям очень крепко спишь. А кто из вас настоящий? Да не важно. Не, у меня еще вот, ну, просто тот бонбэк. Во-во, с твоей страницы после бубликов кинула на этого детектива кота вчера. Ага, прикольно. Бонбэк. Я установил из этого. Из Xbox Game Pass, который мне дер-пароль прибомбили трехмесячный в подарок. Подарочный. Радуки. Спасибо. Я нашел нужного. Неважно, он уже был обезврежен так-то. Ну да ладно. Вот. А по детективным историям, которые заваливают тебя крутой музыкой и шикарнейшим сюжетом, у меня еще есть Disco Elysium.
И там прям... Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Как говорил Николай Фоменко, когда вел... Ну, озвучивал рестлинг на ТНТ. Ой-ой-ой-шеньки-йо-йо. Граната. А как вы догадались? Не может быть. Если он вернется, ты получишь первого под ребро. Раунд. Фу. Так, а где? План нападения. Нержея. Ну так можно же зайти, вот какие-то вкусняхи есть, судя по звукам. Ну, спасибо, что не кресты. Так, 7 запретов. Пожрать это святое. Так, а я что еще за одну руну могу? Призыв ассасина. Адреналин не хочу. Ну, я на меня 4. И сюда одно. Не, я не буду этим пользоваться. Где ты? О, сверху, наверное. Или снизу. Ну, неважно. Так. Гранат ин пауза. Не-не-не-не. Пули полные. ХПшки полные. Один. Торговое здание. Это я вот тут вот недалеко. Два. Жировальня Грибза. Это я здесь был. Там все взорвалось к херам. Так, ворота Радшера. Три. Это мне, скорее всего, сюда надо будет педалить. И X это предполагаемое логово сектантов. Ну да. На карте план атаки на затопленный квартал, но эти смотрители действовали не по плану. Кто-то подсказал им, где нас искать. Все, ты будешь что-нибудь говорить? Ну, ладно. Правильно, зачем тебе ассасин-новичок, помогающий в бою? Мы идем по стелсу. Ну, как по стелсу, да. С пиханием пера под ребро и быстрый блинк обратно на высотный. Стелс. Спалили? Нет. Молодец. Я не иду по стелсу, я просто не поднимаю панику. То есть, как бы... Прохождение с меньшим количеством хаоса меня не интересует. Ваш ассасин. Ну, наш так наш, хорошо. Я играю в эту игру, как мне нравится. Ты дурачок, что ли? А, все, понял. Что пожелаете? Не, это если их не убивать, если прям стелсить, то будет меньшее количество хаоса. А если вот так, то да. Конечно, убить, но что за вопрос, а? Не, ну там некоторых я усыпил, конечно, да. Окей. Так, дальше кундой. Ваши ассасины. Здорово, парни. Как дела? И тушки заканчиваются. Докладывай. Их предатель убит, мы скормили его труп хрустакам.
миленько. Бойцы, которых вы освободили, добили фанатиков. Теперь здание снова наше. Они хотели напасть разом, но этот отряд рванул в бой слишком рано, не дожидаясь остальных смотрителей. Где Лерк? Я пришла, меня задержали, смотрители загнали нас в ловушку, они... О, это вы? Да, я. Теперь все на своих местах, хотя я надеялась, что смотрители прикончат тебя одним ударом. Хьюм оказался слишком самонадеянным, но, к счастью, у меня еще... Остался один козырь. Лерк? Простите, Дауд. Вы же знали, что рано или поздно это случится. Вы потеряли хватку с тех самых пор, как умерла императрица. Настал мой час. Слышь, Черничка, твоя маленькая империя рассыпается на куски. Твои люди мертвы, и наш темноглазый друг больше не хочет тебе помогать. Ща еще орешь. Не надо, Далила. Вы правы. Нам это было бесчестно. Но это было бы бесчестно. Дауд, доставайте клинок. Сделаем все как положено. А че ты орешь? Слышь ты. Слышь, мадемуазель, хочешь фокус? Смотри. Оп! И я получаю по жопе. А, ты подо мной ходишь, что ли? Устала, мадемуазель. Я даже разговаривать с тобой не буду. До свидания. Хотя, наверное, можно было поговорить. Ну да ладно. Предатель. Однажды ты мне сказал, что Биллир твоя лучшая ученица. Проворная, сильная, умная. Неудивительно, что согласится взять эту девушку в ученицы. Позже оказалось, что она еще более жестока и коварна, чем ты думал. Но она была тебе неровня. Не зря детей пугают историями о Дауде. Клинке Дануола, который не выбирал сторон, держал в страхе властителей города и не присягал на верность никому, кроме себя самого. О Дауде, который уничтожил смотрителей и саму императрицу. Интересно, чем завершится эта страшная сказка? Кто станет чудовищем? This is the end. Без сожалений. Спасибо. Убиты все смотрители с шарманками. Dishonored. А. Первая DLC-шка пройдена. Окей, окей, можно это как-то... Спасибо. Тогда нам нужно в главное меню. Да. Задание. Загружаемый контент. Пунь-пунь. И вот сюда. И... Bring more witches. Новая игра. Конечно, высокий уровень хаоса. Спасибо большое за стрим. Я пойду уже отдыхать. Спокойной ночи. Удачи, спасибо. Добрых снов. Rainbow Milk. Ичиго. Ичиго. Спасибо, что пришел. Спасибо, что привели, да. Пока-пока. Так. Да, все правильно. Высокий уровень хаоса. Жопь.
Ну, я человек не новый. Вообще похер, я в сюжет пришел посмотреть, а не превозмогать. Читаю святилище чужого найдено, и чего захотелось морпехами, хз, почему именно морпехами на планете Альянс пострелять? Вариант? Не, ну есть же про морпехов и Альянс пострелять. Есть, чё б не пострелять. Пошел, купил на торренте, пострелял. Он знал. Ублюдок с черными глазами знал, что когда я пронзил клинком сердце императрицы и передал ее дочь людям лорда-регента, все полетело в бездну. Но он лишь следил за мной, а теперь Мил сошел с ума. Чума разъедает город. Процветают чудовищные пороки. Безумный убийца бродит ночами по улицам, мечтая о мести. Смотрители ворвались в мое убежище в затопленном квартале. А я веду странную дуэль за судьбу Империи с безумной ведьмой по имени Далила. Я бы сказал, что это моя кара, не будь я убежден, что этот мир не карает нечестивцев. Мы сами делаем выбор и пожинаем плоды. Остальное не имеет значения. Я знаю, на что иду. А я проигрываю Alliance vs Predator. Старый добрый. Ну, если... Ну, это вообще святая игра так-то. После того, как я убил императрицу, прошло несколько месяцев, но я до сих пор слышу, как она кричала, пытаясь защищать свою дочь Эмили. Вижу, как меняется выражение лица Корво, и слышу хохот чужого в своей голове. Пришел забрать должок? А ты не думал, что проиграл заслуженно? Что кто-то сильнее тебя убил императрицу, пока ты считал ворон? Давай, Корво, докажи, что я ошибаюсь. Да ты в смысле? Ай. Ой, я могу из него болт достать. Это надо сделать. Зараза. Гидей! Ай! Спасибо. Конец, да? Тяжело хрипит и дышит. Что? Проклятие. Господи. А, господин, Томас добыл сведения, о которых ты просил. Он ждет внизу. Почему ты можешь мне ахти? Надо было ассасинов помощь брать. Надо! Бери!
Фига себе, отрывок из листовки. Нормально. Да. Ну ладно. Бесшумные ботинки. Тут не шурши. Так, что ты там принес? Я нашел Лиззи Страйд, но арендовать ее корабль будет нелегко. Она в Колдридже. Насколько я понял, улик против нее достаточно, чтобы продержать ее там. 1000 лет. Отлично. У Лиззи немало врагов в Колдридже. Если сделаем все правильно, она будет умолять нас о сотрудничестве. Ты готов отправиться, господин? Или мне подождать здесь? Портреты с перечеркиваниями, посмотри. Ты типа кого-то завалил в игре, отмечается? Не думаю. Ты типа кого завалил, Дауд? Причем, судя по всему, не по одному разу. Или кто вообще был это, умер в шлен? Чего ты репу чешешь? Ну ладно. Не настолько здесь динамическое окружение. Так, тут где-то еще есть одна это амулет, вот там руна. Перелет. Не надо идти поперек, Дауда. Споткнетесь. Страшно. Впереди ведьмы. В наших рядах предатели. А ведь Дауд только что убил собственную ученицу, до которой тебе как-то небес. Мне бы тоже было страшно. Эй! Осквернённые костяные амулеты. Спасибо. You did right, sir. That witch had to die. That witch. Дауд blew up a whole slaughterhouse. Я взорвал бойню, где раздобывалась ворвань. Простишь, лорд Риген разозлится. Действительно, надо выдать Дауду. А награду поделим. Ребят, обещаю, что не буду сопротивляться. Такой. Ребят, не ищи, что я здесь, да? Так, а что там за капулет? Я понял.
Томас. Ассасин Томас. Турма, мой дом. Мой дом, турма. Ай-яй-яй, не все монетки собрал. Хаос в мире. Высокий. Это единственный уровень, который я прошел с галочкой в строке «Нет убитых». Так, вам нужен корабль Лиззи Страйт, чтобы добраться до логова Далилы в особняке Бримор. К несчастью, предводительница мертвых в игре сидит в тюрьме Колдридж. Вам придется вытащить ее оттуда. Далила не покидает особняк Бримор. Нет нужды. Значит, я должен прийти к ней. Особняк находится выше по реке, глубоко за границей карантина. Мне понадобится корабль. Я известен, преступный мир Данвола. Я знаю многих главарей банд, содержательниц борделей, продажных чиновников, но мне нужен знающий реку контрабандист, которому я смогу доверять. Ирония Данвола или моей жизни в том, что спустя столько лет мой лучший вариант — Лиззи Страйт. Но Лиззи Страйт в тюрьме. Так, в роли Доуда вы можете использовать своих шпионов и подкупленных торговцев, чтобы передать снаряжение и улучшение перед каждым заданием. Ну, это я в курсе. Спасибо. Должен быть рефлекс. Увидел умение танка, и автоматически ручка должна жмахнуть сие, а ты проигнорировал. Чё там в песне? Чё там про маму и папу? И какой ты нафиг танкист? А к чему это? Никаких рефлексов. Откуда бы они? То, что я играю в World of Null Sanks, не значит, что я неадекватно бросаюсь на любую херню с названием танк. Я тут должен тогда все цистерны облизать. Так, бешеные ботинки, запас разрывных болтов. Спасибо. Ну шо тише? Хотеть? Я сама ночь. Так. Костюм должен обмануть страж, дать вам возможность проникнуть в тюрьму. О, это была бы такая халява. Да и поле вспахать ты должен пистолем, арбалетом с попаданием. Только после каждого третьего выстрела. Разбачок вспомнил. Аль нам рот. Мне кажется, ты несешь какую-то дичь. Да, Лиззи Страйт здесь, но мы не знаем, где ее держат. Шикарно. Из громкоговорителей звучит шарманка, поэтому мы не можем попасть внутрь. Откуда тут музыка? Это из-за какого-то узника. Шпиона, пойманного в башне Данвола. Стража позвала смотрителя, чтобы расследовать этот случай. Я вернусь с Лиззи Страйт. Спрячься и жди. Найс. Так, у меня есть три руны. Так, перенос есть. Сколько там? Три, да? Три, все правильно. И живучесть 3. Так. Сохранится. М.
Магия не работает. Придется обойти пешком. А эта надпись так и не пропадет, да? Неплохо. Но прыгаю-то я все равно как ненормальный. Да что такое-то? Один. Два. Три. Это вот. Шесть. 7, 8, 9. Ну, примерно так. Угу. Музыка, конечно, такая себе. Ой, ребята. А что это вы тут делаете? Может, сразу разрывным жахнуть, чтоб не палиться. А вот вспоминая «Чужой против Хищника», это вот тот самый шутер, который заставляет покакать. Да чё ты живучий-то такой? Зараза в кепке. Куда ты ушел? А. Привет. Кажется, просто ветер. Просто ветер таскает дротики по воздуху. Прям жуть. Ураган. Страшнейший ураган. У вас тут мост такой на всех ветрах стоит. Жуть. А чё вы не исчезаете? У меня же есть смертельная тень. Все в прах. Непорядок. А тут работает? Классно. А здесь не работает. И, собственно, хпшек у меня меньше. А здесь больше. Но они не полные. Шикарно. Спасибо. Так. Напоминаем, что для расследования трагедии в допросной комнате вызван смотритель. Вплоть до его прибытия вход в допросную запрещен. Смотрителям и прочим посетителям вход в секции с камерами запрещен. Никаких исключений. Шикарно. Ага. Ну, а там разрядный стол. Спасибо, пожалуйста. Очень давно хотел возле него походить.
Ну, как вариант, конечно. Приятного аппетита. Да, да, должен стоять, да. Так, крысы-то куда побежали? А хер его знает, да? Они тоже испарились. Да ну тебя в баню, ты в каске. Пойду посмотрю, что там. Не раздумывая своих. За грубое нарушение устава и вероятное участие в сговоре. До свидания. Нашпиговать. Простите, всех не спас. Ну что-то мне подсказывает, что и вас, возможно, придется кокнуть. Трофей, спасибо. Умные книжки. Что мы скажем умным книжкам и сегодня? Рука. Неплохо. Да, запрыгнет, а. Спасибо. Чё за амулет? Ну, ладно. Почему ты спас меня? Я ищу некоторую Элизабет Страйт. Она возглавляет банду из Ткацкого квартала. Да, мне рассказывали о ней. Секция Д, камера D24. Она дралась, как дикая кошка. Чтобы знать наверняка, проверь журнал на посту стражи между секциями С и Д. Спасибо. А можно еще поговорить? Поскольку Корво тут установили единый пульт, управляющий замками на дверях всех камер. Конечно. Так, а там чё? А, ну то есть я мог бы залезть отсюда. Ну ладно. Так, там... Ну надо сходить. Монтажные инструменты, это вообще шикарно. Фига дальность. Тут наверх не вариант. А, тут очень даже вариант. Ты ку-ку... Дяденька! Ты куда делся? Ага. Это рычаг от этой двери.
Так, тщательно записывайте все переводы заключенных. Даже временный перевод из одной камеры в другую может быть записан в журнале. Должен. Журнал должен всегда находиться на посту между секциями С и Д. Хорошо. Они меня сильно заметят. Ребята! Кайфы. Компактный разрядник. Что, ну после корова никто не рискнет сбежать. Да, но есть мальчики, которые захотят войти. И попадают же. Чмяк-чмяк-чмяк. Кто выключил разрядный столб? Я не упаду. Нормально. Я, значит, потратил монтажный инструмент, чтобы какой-то козёль вытащил бачок? Ну что за свинство? Это пустой. Вот это сейчас было обидно. О, так я тут в самом начале игры был. На корву. Ну как, на. За корву. Загляни. Все сказал. Святая вода. Ну да, исправно, не. Так. 16 метров до управления камерами. Я отсюда туда не попаду, скорее всего. Эти дурачки. Okay.
Это видите только вы. Рот на замок. Я могу включить микрофон, выключить камеру и поставить чайник. Можешь. Чё? А, в смысле за баллы. Ну, типа того. А чайник, подожди, какой там чайник еще? Какой такой чайник? То есть, если водичка, то это попить водички. Да, да, да. Можешь выключить микрофон, да. Ну, тут такие странные вещи. Так, сохранимся. И сейчас вернусь. Ну, с баллами весело, когда не полтора зрителя. Это все настраивается. Но половина автоматических всяких фиговин, там, попить водички, вот это вот, стать размят, вот это вот все у меня. Ну, их можно, конечно, не включать. Ну, можно и включать. У меня, как обычно, лень. Так, микрофон я выключу сейчас. Сейчас вернусь, короче. А, товарищ Эльнамрут. Я Евгений Сергеевич уломал на It Takes Two. На завтра.
Ну, и тем более у меня эта игра появилась. Хотя я ее не покупал. Вот мне притараканили бонус-код на месяц использования. На 3 месяца Xbox Game Pass. Говорит, тебе надо? Я такой, а там есть вот этот It Takes Two? Есть там вся EA-библиотека. Такие, да-да-да. Тогда давайте. Вот как так. Я бы с радостью потроллил его завтра, но вечером тащат на стрим под Дворфом, так что, скорее всего, будет некому тыркать. Ну, без проблем. Я передам привет. Обязательно. Так. Камера и замки. Замки и... Ну, у них нарушитель. А могу там куда-нибудь за... Нахер могу пойти, я понял. Дворфы, да. Я тут... ну как, я наткнулся. Меня зарейдили ребят, когда я играл последний раз в элитку. И они еще играют в дворфов. Ты можешь еще к Flutter Sky сходить. Они прикольные. Можно я просто... Нет? А, стоять. Можно же просто... А где? Ну вот кабель идет и выключить. А питается оно чем? Не-не-не-не-не, у меня монтажный один. Идите вы в баню. Так, как туда попасть? Ухи, кыш. Не прям угораю по дворфам тоже. Как и ты. Не-не-не, Евгений Сергеевич после пару месяцев отникива не согласился побегать пиксельным вмешательством со сплитскрин режимом. При этом будет мало, тут надо как минимум третий изи включать. Ну, наверное, да. Наверное, да. Упс. Да. Я могу туда попасть? Могу. Если пас на все игры. И что не Dead Space 3? Так, пас только у меня. А в Dead Space 3, по-моему, нету френдли пасса. А в этом есть френдли пасс. Да. Так, инструкция. Первый тумблер служит для указания буквы камеры. Второй и третий служат для указания номера. Пятните ручек, подтвердить выбор. Все требования открыть дверь камеры. Указание номера камеры должны подтверждаться голосом. Немедленно докладывайте о каждом подозрительном сбое. Окей. Ну, надо посмотреть, кстати. Потому что я думаю, ну, может за стрима 3, ну, 4. Короче, у меня до февраля месяца есть пас боксовый. Может, на Dead Space тоже есть, но это не точно. Так. D24. Ой. D24. А, хорошо. Система кукиш, хрен где купишь, блин. Я знаю, что там интересный кооп. Хотя между нами по секрету только с ником Евгений Сергеевич просто ломается, на самом деле он с интересом гмает ваши Borderlands, и что-то его ничего не смущает. А он потом
Фига себе, вас тут двое даже. Он потом рассказал, почему он с удовольствием играл в борду. Потому что, видите ли, ну вот эта вот Тани Тина, которая то Тейлс в Borderlands, или как она там называется, она более приятна, чем обычная борда. Типа, со скелетами воевать интереснее, чем со всеми этими остальными уродами. Так, а я могу. Вот туда. Могу. Прекрасно. Да. Так. Да, и туда могу. Хорошо. Лиззи, очнись. Ой, я вам ни черта не скажу. Кто здесь? Даут. Неужели? Кто бы тебя не послал, я заплачу двойную цену. Я пришел, чтобы вытащить тебя. Взамен окажешь мне услугу. Что за услуга? Какая разница, ты умрешь, если останешься здесь еще на день. И все-таки? Поездка на корабле вверх по реке. За линию блокады. Мне повезло себе. Ундина больше не мой корабль. Помощник меня перехитрил и забрал судно. Ублюдок по имени Эдгар Уэйкфилд. Я знаю, как это бывает. Ты можешь идти? Я даже полечу, если ты вытащишь меня из этой дыры. Я приплачу, если прикончишь Уэйкфилда. Сделаю это с удовольствием. Идем. Чувствую себя прям принцессой. Мне же тебе надо... Выходи. Да, вот. Кажется, придется нести ее. Ладно, сохранимся. Так, и куда идти? Он туда 150 метров. 160. Ладушки. Так. Что у нас тут? Вроде ничего. Сейчас посмотрим. Вроде ничего. Это я бы забрал все, но ничего не могу взять. Ага, нужен ключ стражи. А вот и ключ стражи. От сторожки. Неважно. Ты положил прям как положил. А как я туда зайду, чтобы взять ключ, что... Ага. Кажется, у них какие-то проблемы с самоосознанием. О, куда ушел? Ну нету никого на посте, ну чё ты так лупался? Ну, закончились, выходной, устали.
Ну, обожрать я вас обожру. Где ты берешься-то? Ты скотина! Напугал, дурачок. Вышел в дверь не тогда, когда надо, и не в толк. Спишь? Спи. Нарыпайся. Так, а здесь и чё? Угу, тут крысы. Ну, а с этим надо потрындеть. Здорово, шляпник. Раз так, я не хочу иметь с тобой дело. Пошел ты! Ну ты сиди там, скотина. Тихо. Кого-то крысы мучают. Там шляпники. Здесь что? Еда. Иди, куда? Отдохни пока здесь. Немножко непонятно. А, ниже на этаж. Как обычно.
Ты что, дурной, что ли? А где он тут? Котына така. А-10. То есть можно вот сюда попасть и... Блин. Придется пойти и попасть. Можно было, конечно, и тех красивых молодцов повыпускать, но нахер они мне нужны. Я вам что? Помощь святых отцов, что ли? Нет. Вот тут что? О. Да. Где-то внизу уходят, что-то рассказывают, что найдут меня. Усыпляющие дротики. Надо было и 11-ю сразу открыть. Надеюсь, оно того стоило. Воскрененный амулет. А я так и не понял. Поползал по режиму и по Xbox сайту, черт ногу сломит. Нет, чтобы просто игра такая-то, может то-то и то-то в таком-то режиме. Это понаписано куча хрень, ничего не может. Отвратительная вообще архитектура приложения и сайта. Прям вообще. Они сделали, кстати, новое приложение EA Connect, по-моему, оно называется. Еще хуже, чем Origin. Ну, а то в бете, конечно, но еще хуже. Учение урона сначала расходуется мана, а потом здоровье. Мана не восстанавливается. Не, так неинтересно. А, ну это оскверненные вот эти вот с минусами. Ну, понял. Спасибо. Все, спишь? Устал? Козьёль. А, это вот этот тут. Я вас понял. There are unsecured prisoners active on the premises. All Coldridge personnel. Detain or достаю. Отлично. Да, и там получается. Если есть Friendly Pass, ну вот ты его можешь посмотреть, Friendly Pass, на It Take Two. Я не помню, где он еще в Origin есть на самом деле. Я знаю, что он еще есть на Tom Clancy's, который Breakpoint. Но это Uplay. Про дворфов я не фанат, просто захожу в день на миссию 2-3 по настроению. Как вы... Ну вот, собственно, да. Ты в дворфов. Миф картофель. Вот мы сегодня, собственно, зашли вечерком. Покатали картофельные каки. Винни Сергеевича выперлись.
Ну, в смысле, выперлись. Свет закончился. На сегодня у него в 12, короче, выключили свет к херам. Так, встань. Вот туда прицелься и попади. Вот. Можешь же, когда захочешь. Да попаду? Попаду. Попал. Вот, ноги такие. Вот, он пошел спать, заниматься всякой херней, смотреть всякую херню. А я решил еще пару миссий, ну они какие-то почему-то коротенькие. Зима скоро, на улице уже под ноль, даже в минус, надо начинать экономить энергоресурсы, все верно. Не, у них там профилактика, хрен его знает. Но да, с экономией ресурсов это более интересный вариант, конечно. Согласен. Хорошо. Молодец. Ага, тут... Так, а тут кто-нибудь есть? Ну, видимо, никого. О, нифига там обглодали. А этого... Он был живой. А этот живой. А можно с ним еще поговорить? Нет? Ну ладно, мужик. Извини, но мне надо бежать. Это немножко без магии, поэтому... Бла. И он такой, ну, спасибо, что предупредили, что в 12. И перед тем, как выключить отопление и электричество, у него так херанули отопление, чтобы протопить на всю ночь. Он, я думаю, проклял все на свете. Он тоже сидел с открытым окном. Да, блин. Да, залезай. Да, Дауд. Ты с этими и прыгать разучился, да? Все. Сперли бабу. Вот ты, что-то ты делаешь? Ее сильно избили, но она жива. Проследи, чтобы ее раны обработали. Будет сделано. Ты готов, господин? Да, идем. Побах. Вид 22. Найдено 8. Как на... Рун я не... Я две руны не нашел? А, и хрен бы с ними. Адский квартал. Данвал быстро меняется. Полгода назад Адский квартал был местом, где гуляли и делали покупки богатые и знаменитые жители Данвала. Чума в считанные дни уничтожила его. Теперь там поселились две банды, которые дерутся за добычу. Шляпники и банда Лиззи, мертвые угри. Лиззи Страйд возглавляла мертвых угрей, но Эдвард Уэйкфилд предал ее и украл ее власть и ее корабль. Подобные вещи и каждый день происходят в Данволе. Я не осуждаю Эдгара, я проделал вещи и похуже. Но мне нужен этот корабль. Значит, у меня есть дело к Эдгару Уэйкфилду. Так, Эпсон уже был взят у меня премиум пассовое режение на год. Сейчас Life называется, или как-то так.
парень, ну да, вроде игр полно доступно, и в то же время 10-20% еще норм, остальное мусор платформенный, и то из этих 10-20% еще с половину не запускается или вылетает. Официал пас купленный, голд аккаунт, годовой подписочный, отвратительная сеть. Абсолютно согласен. Прям вот ужас. Если еще по этому... Mass Effect, Dead Space, Red Alert, Mad Max я так и не смог запустить. И играл позорно в пиратки при годовом пассе. Это прискорбно. Не, у меня Анатолий Александрович брал себе, по-моему, на месяц подписку. Ну, как раз там он приболел. Там еще плюс у него отпускной был небольшой. Ну, он сам на себя работает. Мебельщик. Вот. И... Он брал, по-моему, то ли на месяц, то ли что-то такое, пас в Ориджине, чтобы пройти Mass Effect'ы. В итоге он прошел, по-моему, 2. Еще третьего не помню. И как бы и закончил подписку. Вот. И что-то захотелось прям вот в лицензию поиграть. У него все работало, все нормально. Так, услуги. Придется нырять. Руна. Хочет забыть об умом и предлагает подарок в знак примирения. Abigail Ames. Ну, давайте. Руна. Хрен бы с ней. Так, усыпляющих 5. Этих 23. Ну, ты знаешь, чтобы привязать Xbox Game Pass к EA, вот этой всей шарешне, яешне, мне пришлось сделать новый аккаунт в Origin, ну, в EA Games. Потому что к старому не подвязывался Xbox Game Pass, и я такой... Не? Чё? Как так-то? Я, наверное, целый день, да, если не полтора, я сидел туда-туда, ну, как бы залогиниться, сопрячь там. Нет? Вот нет, и всё. Пришлось сделать новый. Ну, это трэш, конечно. А, ну да, мне рассказывали, что можно оглушающую мину поставить на какой-нибудь кусок чего-то там, ноги, допустим, и бегать с ней перед ней, вот это вот таскать. Вот так сделаю. Все, потрачено. А я улучшение же мог купить. Ай, хрен с ними. Итого. Не итого. До того, как канал пересох, текстильная фабрика работала на водяном колесе. Недавно фабрика снова заработала. Неизвестно, что сделали шляпники, но они сильно разозлили мертвых угрей. Между бандами вспыхнула война. Чё нам надо? Мертвые угри и шляпники. Теперь кровавого не будет. Для Израиля... Хорошо. Уничтожить Эдгара Уэйкфилда. Красавчик. Однако. Я думаю решать судьбу Эдгара Уэйкфилда... Я продолжу уже в следующий раз. То они там что-то там орут. Сохранюсь. Там. Вот. А на сегодня как раз вот 2 часика. Можно и заканчивать, чтобы все это перелить на запись. Запись перелить, точнее, в YouTube. И все было. Хорошечно. Сборище грязикопов. Пираса. Да у вас там весело. А можно я вам гранату кину? Вот это будет вообще веселье.
Зарежено от Макса, пишется несовместимости. В сталых драйверах, ты уже установлен на пиратах, летит на ура, спал, так, видимо, не так повезло. Давай, спокойной ночи. Давай, пока-пока, все, всем спасибо. Мятному огурчику спасибо за рейд и людей, которым я понравился. Это мило. Все. Всем спокойной ночи, всем доброго всего подряд. А завтра вечером It Takes Two, 8 по Москве. Убежал.